Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в этот страшный хоррор. Ну, на деле он нифига не страшный, просто реально бывает крипово от... Вот от соседа, от его рожи, от Джеффа. Тут иногда скример этот появляется, в общем... Я же вот играл, когда стать соседа еще маленький, вот такой вот, под стол бегал, вот так вот. Нормально, да. И... Я не думал, что игрушка может вот в такую перерасти, серьезно, я никогда об этом не задумывался, но это круто. На самом деле это здорово, что старая игра жива. В общем, ладно, не будем много говорить, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, тащи всякие вкусняшки. И самое важное, братишка, не забудь поставить лайкосик, а также подписаться на канал и... Продзынькать колокольчик, вот это тоже очень важно. В общем, друзья, как хорошо вставать поутру. Сейчас у нас 10 утра. Да, друзья, в общем, впервые я так рано встал. Сейчас мне напишут в комментариях, типа, да я охренел, я тут, блин, с 7 до 7 учусь, в 7 встаю утра. Ну, блин, да, знаю, тоже было такое, но... Короче, ладно, я готов к аду, и у нас следующий уровень, пикник каннибала. Выйдя из подвала, я направился к входной двери, но она исчезла. Когда я был в раздумьях, слышались шаги соседа. Я спрятался в ванной, из шкафа доносилась вонь, сосед вытащил из него мясо. Вот дерьмо. Да, время 3 минуты 19 секунд. Вот такая вот фигня. Блин, ну, чуваки, хорошо, что вы в первую смену учитесь, потому что вот когда я во вторую учился смену, это в 2 часа идти и чисто ночью возвращаться, это полная задница была. Что стряслось с бедной маленькой хрюшкой? И вот, типа, вот от этого шкафа вонь, то, что здесь мясо. Так, он сказал, я спряталась в ванне. Так, Вуди, сори. Посмотрите на туалет. Сосед пьет свою... мочегонку, господи, твою дивизию, до чего прогресс пошел, не, ну я слышал то, что, как бы, кто-то практикует это, но это пипец. Короче, открыть аптечку мы с тобой нашли, на этикетке написано «огнеопасно» и «подкормка для цветов», а там что написано? Вообще ничего не написано, офигеть, либо Вуди не особо умеет читать. Так, мы с тобой забыли здесь комодик, текстура... Так, а тут вы выйти. Выходим. Все, да все, я прошел игру, все. Не, ну нам, по идее, самая важная миссия не разыграть соседа, понимаешь? Тихо, давай прячемся. Короче, не разыграть соседа, а именно... Ой, нет, я забыл, блин. Твою дивизию, неудачник, гори в аду. Короче, как ты видишь, сосед здесь жесткий. Блин, в предыдущей серии я попробовал вот эту миссию, и то же самое все произошло. Я забыл, что в ванную нельзя прятаться ни в каком случае, потому что... Ну, вдруг у вас тоже какие-то обстоятельства такие будут, друзья, вы там у соседа будете. Вдруг вы туда пробрались, да, что-то украсть или что-то нагадить. Ну, сразу предупреждаю, это плохо, лучше так не делать. Но представьте, блин, и вы одни, это маньяк какой-то. Твою дивизию, хорошо, что здесь кроватка, а почему она здесь вообще? Посредине, комп. О, вот это нормально. Друзья, показать вам типичные мои будни. Так, значит, ой, тихо, не-не-не, сосед, проходи, брат. Так, вот, короче, я сплю, пацаны, встаю... К компьютеру иду, что-то там шелущу, и все, я обратно спать. А, нет, похавать забыл и в туалет сходить. Так, здесь у нас, смотри, мешки есть у нас какие-то. Это тоже пряталка. Пряталка. Так, сосед идет кушать. Ну, приятного аппетита. Блин, какой он, ну, понятное дело, такой пузо попробуй набей. Так, мы, я уже, в принципе, знаю, надо спирт для растирания. Это в пиво. Это в пиво, пацаны, а чё он там? Фу, он из туалета, что ли, пил? Вот теперь пикник выйдет на славу. Так, сосед, так, я понял, что надо сделать, короче, пацаны, тихо. Все, идем теперь сюда, в спаленку. Смотри, у него тут какие-то тетки еще.
Не, у меня теток не было. У меня, знаешь, у меня была шикарная Porsche 911. Ай, на всю стену. Я смотрел и мечтал. А теперь я смотрю на Ладу Приору и мечтаю. Лада Приора у меня нет. Пацаны, хорошая машина. Да не, на самом деле, если честно, мечтаю о чем-то таком хорошем. Я вот обожаю, если честно, Лексуса. Лексуса обожаю. Но, увы и ах. Так, соседушка загорелся. Так, тут все уже готово, пацаны. Так, погоди, окно. Жесть, посмотри. Ля, посмотри, какой он. А, не-не-не, блин. Вы не увидели, как бы не уколоться. Так, ну это кнопки стул. Во, все, я понял. Потому что он здесь садится. Сюда он садится, я понял. Жесть, вот это морда. Так. Все, он там потушил. Жесть! Вот это криповая морда! Как можно было такую нарисовать вообще? Я в шоке! Так, соседушка бежит. Да короче, друзья, если окажетесь вдруг, да, у соседа какого-нибудь, ни в коем случае не прячьтесь в туалете. Не прячьтесь в туалете, потому что туда он по-любому пойдет и посадит. Вот я вечно туда хожу, чуваки, когда особенно квас пью. Мой баф, так сказать, он имеет минусы. Так, ну, сегодня водичка майская. Шо там? Что за крики? 9-8 секунд, блин, мы что-то не успели, пацаны. Ну вот последний прикол. А, погоди, еще какой-то должен быть. А, стоп, а... Что? Так, и сосед такой... Так, что-то взорвалось. И вот так вот сделал, типа, да, я герой. Так ты собака, а, вонючая, просто. Приготовься. Так, надо все быстрее, пацаны, делать. Так, там записывается хоть, а то бывает такое, что у меня нифига не записывается. Записывается, офигенно. Так, берем в аптечке какую-то ерундовину. Так, а кстати мы... комод, тихо, брат! Отходи. Комод. Погоди, или я его проверю... Господи, что такое? Вот знаешь, когда ты турчишь, что-то такое говоришь, да, тут нифига нет. Так, нам нужно, получается, что-то с туалетом сделать. А как испортить туалет? Не, ну слушай, это, конечно, вопрос такой. Трудный, сложный. Как же его испортить? Короче, сака-срака, по-русски говоря. Не смывать, пусть он там на ночь постоит. Вонять будет, во. Капец. Ай, блин, зачесался. Ой, пацаны, как солнышко светит. Соседи дрелят. Там что-то звук как будто как на моей Nokia 3310 сейчас был. На вибрации. Чем я, пацаны, занимаюсь? А, у нас 2 минуты. Чем я занимаюсь? Так, кнопки, я понял, что он сюда садится. Это понятно. Вот эта вот поза, это он сел. На бутылочку садись. А, о, про бутылочку, да, не забудь. А, что за бутылка, погоди. Откуда у тебя бутылка, на кой фиг ты ее? Вспомни. Он из туалета пьет, понятно, понятно. Так, о, погоди, стоп. Конишуа! Понятно, спирт для растираний быстренько. Пивасик. Так, опрыскиватель, не ссы, ща мы все намутим тут как надо. И у нас остается минута. Минута 15, минут 14. Мы не успеем, пацаны, потому что это слишком все. Так, нам надо еще кнопочки, нам нужен уксус. Так, погоди. Стоп, я знаю, когда это применять. Может и успеем, если... Не успеем, пацаны. Но мне надо хоть... Сейчас он, смотри, начнет. Жесть, крипота. В наушниках у меня сейчас что-то было. Все, он пока бегает, мы с тобой. Да,
Так, потушился соседушка, 30 секунд. Так, уксус на туалет. Все, видишь, в чем проблема? Жесть, он... Полиция, 911! Спасайте меня от этого жиртреста! 10 секунд, и он поблевал. Шикарно! Фу! Фу! Короче, быстро все делаем, я понял. Погнали. Погнали, пацаны, я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Быстрее, быстрее. Просто мега, мега. А, нет, даже знаешь, это не берем. Так, отлично. Все, чисто проходим. А погоди, блин, его, наверное, надо было... Так, спирт для растираний на пиво. Блин, он быстро, он как быстро идет просто. Офигеть, он просто мега... Мега-мега-мен! Какого фига? Идет еще. То есть, видишь, проблема, мы одну не успели. Погоди, или успе... А, огнетушитель единственное. Все понял, как надо делать. Давай, пусть словит, пусть словит. Фу. Бум, бич. Немного попили, освежились. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Вуди, не делай резких движений. Погоди, но он очень быстро идет. Какой смысл? Не, он очень быстро идет, поэтому надо... Блин, а может как-то его... Точно, его задержать! Во! Видишь, это невозможно! У меня появилась отличная идея! Ну, Вуди, блин, сори, Вуди! Как у кошки, 10, 9 жизней! Снеси, мне 9 хватит! Мне 9 хватит! Надеюсь. Короче, берем... Вот эти вот кнопочки. Скрепыши. Что-то я вспомнил. Скрепышочки, скрепышки. Собирайте, пацаны. Блин, я собираю, прикинь. Так, вот, сосед. Во! Блин, это хорошо или плохо, то, что мы с тобой сейчас... Так, он, по идее... Смотри, он задерживается. Я не успел. Погоди, ты же спрятался. Он же спрятался. Так. По идее, это... Мы почти успели. Мы почти успели, пацаны. Быстрее только надо, чуть-чуть. Надо, знаешь, подгадать это время. Блин, как... Господи, чем мы таким занимаемся, да, друзья? Все, быстро, быстро и быстро идем. Ты чё не идешь, блин, Вуди? Ёкарный бабай. Не, давай, давай сразу, сейчас, 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 тихо, тихо, тихо. Главное, кнопки перезапустить даже нету. И там попугай. Даже попугай здесь не особо дружелюбный. Я, видишь, я нажал, короче, кнопку, чтобы мы с тобой шли, но он не шел. Вот, вот сейчас идет. Давай, Вуди. Вуди, ту-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 ту. Спирт для растираний. Ой, иди. Быстрее, 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 бро. Да-да-да-да, успеваем! Офигеть, мы успели, пацаны. Капец! Мы успели, реально.
Фу. Капец. Крипово. Сегодня нам с тобой крипово. Фу, и что дальше-то делать? Нам надо спрятаться. Пацаны, у нас минут 40. Фу, он идет обратно. Да, нам повезло. Ну, чуваки, отлично. Минута 30 у нас есть. Все, не вылазим, не вылазим. Сосед, давай, все зависит от тебя. Минута 25, 23, 22, 21. Нет, 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 соседушка, ну долго не реагируй на это. У тебя минута. А у нас... А почему у нас ноль приколов? Как здесь успеть? Минута 05, 04. Почему 0 из 5? Я не понял. Капец. Короче. А, приколы просто типа не засчитываются, но они типа есть. Я испугался, думал, что за фигня. Все это по своим приколу должен быть. Да! Да, 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 да. Ха-ха-ха-ха-ха. Фу, я сдаюсь. Все, мы... Этот уровень, к сожалению, пройти нельзя, но вот этот вот... Интересно, что это за уровень такой? Давай сегодня посмотрим. Я думаю, в следующий раз мы с тобой... Воу! Как он называется, этот уровень? В серии... В серии серия? Воу! Офигеть! Чё за жесть вообще происходит здесь? И нам дается минута всего. Офигеть. То есть нам каким-то образом надо туда добраться. Вот это жесть просто, я понимаю. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой пока что закончим. Потому что, ну, это капец какой-то. Ну, ладно, ладно, конечно, прикольчики сделаем. Так, то есть нам надо будет быстро... Мы можем спрятаться в шкафу, то есть, видишь. Туалет, какую туалетную бумагу, блин. А я могу... А, выйти я не могу. Так, все, он идет проверять. Короче, нам за это время надо каким-то образом успеть. Я... Он не спрятался! Что за фигня? Просто жесть какая-то, пацаны. Аж три раза нас, как, не знаю, по кругу какому-то. Как? И даже подсказок никаких. Ну, тут как бы это, не нужно... Нужно, смотри, умри сейчас. Короче, выключи игру. Вот самая главная подсказка. Пацаны, жесть, вообще сможем ли мы это пройти? Я не знаю, но в следующей серии мы с тобой обязательно посмотрим. Ставь лайкосик, если тебе понравилось. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.